Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня за донат мы слушаем песенку, в очередной раз песенку Noize MC. Песенка называется «Сохрани мою речь». Мы все знаем, что Noize MC является иностранным агентом, да? Но мы слушаем его песни, не касаемые политики. Я считаю, что искусство должно быть вне политики. Если песенка хорошая, носит хороший смысл, то почему бы ее не послушать? Для тех, кто не знает, если вы хотите, чтобы мы послушали вашу песенку, вашу или ту, которую вы выбрали, чтобы мы послушали, для этого вам надо задонатить 1000 рублей к нам, на наш канал. Ссылка, куда донатить, под этим видео. Если 1000 рублей у вас нет, то есть более оптимальный вариант прийти в наш телеграм-канал, ссылка тоже под этим видео, и задонатить туда 30 рублей и попытать счастье в колесе фортуны. Хочу сказать, что шансы есть, и, возможно, мы вашу песенку послушаем. Итак, мы слушаем Noize MC, который является иностранным агентом, но иногда и даже чаще всего поет хорошие песенки, поэтому мы с удовольствием его послушаем. Следующая песня стала саундтреком к одноименному фильму под названием «Сохрани мою речь навсегда». Это документальный фильм об Осипе Мандельштаме и его удивительной жене Надежде Яковлевне. Я, если позволите, займу 30 секунд времени для того, чтобы вкратце рассказать удивительную историю. Дело в том, что когда Осипа Емельевича осудили и сослали в лагеря, где он в 1938 году умер, чекисты на этом не остановились, и советская система продолжала уничтожать все рукописи, которые только можно было найти. Они боролись конкретно с его поэзией. И то, что мы сегодня можем читать стихи этого поэта, полностью заслуга Надежды Яковлевны Мандельштам, которая помнила наизусть всю его поэзию и прозу. «Сохрани мою речь» — это песня, где припев, первая строфа одноименного стихотворения Осипа Мандельштама, остальной текст — это моя попытка вкратце осветить сюжет документального фильма, посвященного этой удивительной истории. Со мной в реальную телепатию. Не пророни ни слова по пути от отправителя к получателю. Они подумают, что мы не мы, ну и замечательно. Сохрани! Пронеси под носами ищеек натасканных, мимо глазастых чинов при погонах и демонов в штатском. Сквозь обыски, ссылки, аресты и казни до станка типографского. Сохрани! Написанная памятью моей, пером по памяти твоей листу. Не оступись по дороге на скользком льду. Канал едва подмерз, сойди еще не одну версту. Сохрани все то, что только ты одна можешь сберечь. Пока ты есть эту рукопись, и мне сжечь не возьмет ни костер, ни печь. Меня уже не сохранить, храни мою речь. Сохрани, сохрани мою речь навсегда. Запрет после счастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный йогой труда, так вода. В новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы мне к Рождеству отразила семью пламниками звезда. Сохрани мою речь, прости ее, как плачую дочь. Помоги, пожалуйста, всем, чем мама может помочь. Качай, пой по ночам беззвучно, пока не утихнет плач, не пройдет то, что ее мучило. Сохрани навсегда, выведи на орбиту без тебя. На чертежи ракеты от земли не дальше, чем куст ракитов. Не летают макеты, но и не могут быть сбиты. Придумай метод, сохрани от потопов, пожаров и времени. Деревом стать суждено не каждому семени, а только тому, которому повезет с почвой. Как мне
с тобой сильно-сильно, очень-очень. И тебя, и меня переживем, неразлучные мы. Каждый раз поднимаешься, брал твои крылья взаймы. Но сейчас улетаю без них, бесконечный поцелуй на прощание. Сохранить мою речь обещание. Сохрани, сохрани мою речь навсегда. За привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный дёготь труда так вата. В новгородских колодцах должна быть черна и сладима, чтобы мне к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Ну, друзья мои, если бы, конечно, Noize MC не сказал нам, не рассказал нам предысторию, было бы очень трудно понять, о чем эта песенка. Вот, поэтому вот это как бы, ну, в принципе, мы все поняли, да. И минусом этой песенки еще является то, что очень много оборотов. Я вот как бы люблю иносказательное разговоры на вот, ну, чтобы красиво преподносили тему, но здесь вот прям вот все было иносказательно. И, соответственно, вот, ну, вот как бы не могу сказать, что вот она мне прям вот очень сильно зашла. То есть тема понятна, тема близка, да, в нашей истории много разных моментов, как и в любой стране, есть своя история и свои черные и белые полосы. Вот. Так и здесь Noize MC рассказывает про то время. Но вот и количество иносказательного текста мне помешало проникнуться до конца. Вот. Ну а так, то, что он пытается, то, что он, безусловно, талантлив, то, что он может делать красивые тексты, умные тексты, песенки, которые порой стоит послушать, чтобы подумать. А для этого и является артист, не для того, чтобы выйти и спеть какую-нибудь гадость, вот, или кого-нибудь там оскорбить, да, в песенке. А песенка и настоящий артист должен нести в массы какую-то информацию, какие-то знания, которые пригодятся тем людям, которые будут это слушать. Вот. И Noize MC, мне кажется, ну, удается ему творить, или то, что он творил раньше, именно то, что надо. Вот. Ну, как бы эта песенка такая, скажем, не могу сказать, что она прям вау, но она достойна похвалы. Всем пока.